Подводя итоги уходящей недели, мы не можем обойти стороной самую резонансную тему последних дней – ночные задымления в Астрахани, на которые жаловались сотни и сотни горожан. Громкий общественный резонанс и публикации в местных СМИ все-таки вынудили чиновников реагировать. Было собрано межведомственное совещание. Подробности расскажет Марина Черная. Горящий свалка, пожалуй, единственное, что производило впечатление на журналистов. Смотрелся он эффектно, но ответов на главные вопросы не давал. Например, почему при таких штатах пресс-служб по современных возможностях связи ни одно из государственных ведомств не давало оперативной информации о задымлении, которая беспокоила астраханцев не первый день? Почему не было информации о пожарах в Дельте, и фотографии со спутника нашли, опубликовали газеты, а не кто-либо из участников этого совещания? И почему возглавлявший его зампред регионального правительства настаивал, что совещание рабочее, чуть ли не плановое, хотя все понимали, что это не так? Зато чего было в избытке, так это вялого обмена взаимными обвинениями. Стихийная свалка, региональные службы буквально натыкали носом обычные астраханцы. Интернет полон фотографий. Нам в редакцию привезли видео, снятое около 3 часов ночи в среду. На пульт спасателей за эту ночь поступило 250 звонков от задыхающихся людей. И ведь ночные задымления повторялись не один раз. 23 сентября к полудню астраханцы собрали подписи и принесли письмо с требованием принять меры в приемную губернатора. А в 16:00 было созвано это совещание. Как говорится, совпадение? Не думаю. Я ходил внимательно, посмотрел на эту свалку, там свежий мусор. Но не сказать, что мы год уже этому мусору. А скажите, вот с района у нас, я вижу, вы только, да, заместитель, вы какие-то меры принимали? Участники совещания оправдывались, что борьба с несанкционированными свалками не расписана в законах, что делать с машинами, которые вываливают мусор в степи, никто не знает. Полиция не может превысить свои полномочия. У муниципалитетов нет такой обязанности. Роспотребнадзор отвечает за лабораторные исследования и так далее. Все привыкли к кабинетной работе.
А что делать, когда проблема требует решения за пределами письменных столов? Чиновники дружно посыпали головы пеплом. Мы, во-первых, очень сильно загрязняем нашу же природу, это раз. А во-вторых, очень прошу и глав районов, и муниципальное образование, и городские, и нас, субъекты, и все службы, у кого пресс-службы, давайте все-таки до людей доводить вовремя все, что происходит. Вот сегодня основной ажиотаж произошел из-за того, что, можно сказать, мы до обеда просто все промолчали. Ответственность за стихийную свалку Фунтова несет администрация Приволжского района. Год назад суд обязал принять меры, но этого не произошло. За злостное неисполнение решения суда против чиновников этого муниципалитета возбуждено дело. На совещании выяснилось, что на подъезде к Фунтово у экосервиса, компания не раз об этом сообщала, работают фото и видеокамеры на подъездах к свалкам. Так что отследить, кто вываливает и жжет мусор, можно было в любой момент. Марина Черная, Тимофей Кухарчук, новости, РЕН-ТВ, Астрахань.